Слов не знаю. Я бы угостил Ариану коктейлем. Спасибо. Целую. Фу, ну что, поскакали дальше. И второй коктейль, который я вам предлагаю. Ну, у вас уже был аперитив Феррари. Вы накатались по Лазурному берегу. Пора переправляться на Сардинию. Можно в Одессу? Такой бюджет стайл. Хотя вы знаете, Сардиния — это для тех, кому не хватает денег на Одессу. Ну что, Риана уже выступила. Все, мы ее отправили. Давайте продолжать веселиться. Коктейль Ламборгини. Кстати, правильно говорить именно Ламборгини. Но если вы будете говорить... Единственный недостаток первого коктейля, Феррари, в том, что косточки и черенки застряют между зубами. Так вот, правильно говорить Ламборгини. Но если вы будете произносить Ламборджини, вас никто не бросит гаечным ключом. Для этого коктейля нам понадобится шампанское. Я выбираю отечественного производителя Одесса Розовый Брют. На него была скидка в Ашане. Лед. Лед наш тает. Тает лед в стакане, кубики льда. По-моему, эту песню придумала я сама сейчас. Персиковый сок. Ну, вот такая вот персоналочка. Ну, зачем вам покупать литр сока? Вот вы открыли пакет, не выпили. Спустя сутки нужно уже выливать, потому что он портится. Кстати, ой, у меня прямо сегодня флеш-рояль. Нет, дубль, как это называется, когда выпадает две пары, а? Одесса и Одесса, не сговариваясь, купила. Именно вот этот вот сок одесского консервного завода детского питания самый приятный по вкусу и по цене. А еще открою вам маленький секрет. Если вы любите сок в пакетах, покупайте только яблочный и томатный. Нет, томатный не покупайте, потому что томатный делается из пасты. Вот яблочный еще куда ни шло. Ну, конечно же, два высоких фужера. Ну и желательно, чтобы мужчина рядом сидел. Пирс Броснан. Нет, Пирс Броснан уже все в тираже. А кто сейчас молодые актеры такие симпатичные? Популярные. Джон Сноу. Я правильно сказала? Воскресший Джон Сноу. Сейчас так раз тут и сел. Ха! Мастер спорта международного класса по откупориванию пробок шампанского Манрита Адольфовна Хачатурян фон 100 грамм. Сейчас я вам покажу, как правильно открывать шампанское. Вот здесь, видите, такой вот есть пипздык красный. Опс. Снимаем. Не боимся. Не бойся, мальчик, ближе подойди. Вот выпила, уже хочется в караоке. Вот эту вот штучку металлическую можно оставить, скрутить из нее подобие ложечки, чтобы газики выпускать. Ну, мало ли, вдруг вы не любите газики, у вас несварение. Мусор, мусор, мусор. Мастер-шеф, все бросаем вниз. Там у меня урна стоит, и не одна. Берете. Приливы климаксические, ну невозможно. Фу. Поскакали. Друзья мои, сначала наливаем шампанское. Шампанское, как и пиво, наливаем всегда под углом. Дабы оно не сильно пенилось. Я думаю, половина бокала будет достаточно. Ой, этот запах пошел. Ой, я не могу. Вот я мечтаю, чтобы у меня дома из крана текла холодная вода, из второго горячая. Ой, у меня же один кран будет. Ой, долью еще чуть-чуть. Так вот, чтобы у меня из крана текла холодная горячая вода, а был еще третий краник, и оттуда текло шампанское ледяное розовое. Брут. Друзья мои, город, в честь которого назван бокал на высокой ножке. Как называется? А? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, проиграли. Фужер. Ваше здоровье. Ой, я же не долила еще. А чего я, дура, взяла розовый брют? У меня же не получится желтый Ламборгини. Ой, ну ладно. Берем персиковый сок. Ой, ну село не асфальтированное, конечно. Не, ну у меня реалити, простите. Все естественно, как на кухне. Вы же на кухне не комплексуете, если у вас кусок мяса упал на пол. Помыли и бросили обратно в сковородку. Помыли, положили на диван, а утром отправили на работу. Кусок мяса. Гриша, ты слышала это? Ты же тут уснула, да, моя жена? На жизнь, бабье лето. Персоналочка. Вставляем трубочку. Направляем носик в наш фужер. Капля в море, капля в море, а на море корабли. Капля в море, капля в море, море солнце и любви. Но это еще не все. Пару долек лимона. Чилик. Думаю, достаточно. И лед. Ну, конечно же, лед. Какой коктейль без льда? Пум, пум. Ваше здоровье, мои котята.
Живите вкусно. Может, это божественно. Просто божественно. Вот я представляю, что за мной на желтом Ламборгини заезжает Джон Сноу. Честно говоря, даже не представляю, как он выглядит, потому что я смотрела несколько серий первого сезона «Игры престолов», только недавно узнала, вообще, что за стёб. Джон Сноу жив. Судя по первым трем сериям, в «Играх престолов» крокодилов не было. Всех уже убили. Если его дотянули до шестого сезона, значит, он явно симпатичный и вызывает бурную реакцию у женской половины населения нашего необъятного земного шара. Гриша, ты будешь? Сестра, садись. Давай, на, держи. Ну, красиво, сядь в кадре. На. Не, ну правильно, не надо. Тебе еще рожать. Так вот, Джон Сноу заезжает за мной на желтом Ламборгини под отель Хаят. И мы едем в Железный порт. На этом можно заканчивать. Что я вам говорила, помады не остаются. Ой. Что-то у меня уже глаза не открываются. Просто солнце выглянуло. Ну и в тот момент, когда мы пьем Ламборгини, на сцене появляется кто? Ферги. Или Ферджи, как правильно. Ферги или Ферджи? Если Ламборгини, то тогда Ферги. Появляется Ферги. Ну, не напою ни одну песню. Но она такая красивая, в купальнике. Слушайте, ее жилет так под 100, да? Ну, выглядит шикарно. Лицо, конечно, фотошопят, но фигура. Наверное, массажи часто делает. И не пьет шампанское. Так, с коктейлем разобрались. Чувствуется уже такой вот закат. Вечеринка приобретает масштабы Ибицы или Родоса. Где сейчас все висят, кстати? В Каннах, в Ницце? Нет, наверное, на Родосе. Сейчас же все в Греции, да? В Греции же дешевая еда. Сейчас пойду за людиком сбегаю, котятам. Лед заканчивается. Когда вы готовите вечеринку летнюю, позаботьтесь о запасах льда. Даже если температура за бортом вашего лайнера плюс 20, лед тает очень быстро, как и чувство. Да, ой, допью. Какой вкусный коктейль. Ой, так, пойду за льдом.